Today I'm in the city center of Luxembourg in Grund. Then I will make a short walk here along Alzette. Сегодня я в самом центре Люксембурга, в Грунде. Здесь очень красивые места, и тропа пролегает вдоль Альзет. That's the view on Alzet Bridge. And in front you see Scott's pub. And now it's Saturday, 10 a.m. so not a lot of people. But on Friday evening it's quite popular place. Впереди вид на мост Alzet. И паб Скотс, ирландский паб, очень популярный, с хорошей террасой. Just show the view from the bridge and then I'll go back. Такой вид открывается с мостика. Now restaurants are opening little by little after COVID, so we can see people on terrace having morning coffee. Потихоньку начинают открываться рестораны после ковида, и уже видно, люди сидят, завтракают на улицах.
side of the river. It is Abbey, Neumünster Abbey. На другой стороне реки это Неумюнстерское аббатство. And on the left, a bit above me, there are some private fields where people can grow vegetables, they have small gardens. Слева немного на возвышенности разные сады, огородики небольшие у людей в самом центре. И вот такая статуя русалки. And in front of me there are famous casemates of Luxembourg. Вот впереди меня казематы Люксембурга, самая популярная достопримечательность. There are a lot of kilometers of tunnels.
Yeah, the path here goes through a small tower. Тропа пролегала через башню. То есть по-другому никак нельзя войти. Ну только на другой стороне. То есть вот внутри этой башни я сейчас как раз прошла. Children group for the excursion around Luxembourg. Как раз по пути встретилась небольшая группа с детьми и обратила внимание, что когда их выводят, их всегда одевают в одинаковые желтые опознавательные жилеты. Слева это как раз казематы. Check the view from this bridge.
from here is Clausen area. There are some offices and as well bars, restaurants. Здесь начинается уже другой район, Клаузен. Здесь есть как и офисы, а также рестораны, бары. Но я пойду вдоль реки. Just behind me there is a bridge for trains, quite high bridge. Позади меня мост для поездов, такой довольно-таки красивый и очень высокий. Here it's even written, leave the Clausen. Это район Clausen. But in the morning it will be quite calm, because it's, first of all, it's Saturday, so no one works today, and it's a bit too early for restaurants. In the evening, pre-COVID times, it was quite lively. It's just here. Клаузен здесь очень пусто, но
потому что офисы сейчас не работают, сегодня суббота, а ресторанов раннее утро. То есть вечером здесь уже. Вот это все здесь, кафешки, рестораны. Когда был чемпионат мира, вот на этом экране транслировали матчи. That's the area for night out. And you see here, for example, in front, the office of Microsoft. On the right, what used to be the office of Amazon, but I see now there is some government place. Вот здесь как раз таки офис компании Microsoft. Впереди был тоже большой офис другой техкомпании, но сейчас это Министерство образования. So now I'm going back. You see the bridge in front of me now. Иду теперь в обратную сторону, видно мост, который был позади меня, теперь впереди. There is some descent to the river. Такой спуск к реке.
So I already passed halfway that bridge, so now let's see what is on the other side. Уже я уже показывала вид с этого мостика. Теперь покажу, что же на другой стороне. Again, казематы. Снова казематы. And now I'm approaching Manchester Square. Подхожу теперь к площади с Манчестерским аббатством. Sometimes there are concerts held on this place. На этой площади бывают концерты. In the first part of the video, I was walking on another side. Первая часть видео я шла по противоположной стороне как раз. Какой-то монумент. Voilà. Il est considéré. C'est le sommet et c'est l'automne de demander. I see more and more tourists. It's 11. Больше туристов уже 11 часов. Шутанник. Здесь также список.
national history, national natural history. It's probably музей национальной натуральной истории. So now I came back again to the place I've passed already. So that's Scott's pub, and that's the bridge, which I also showed a bit. Я вернулась там, где уже проходила, как раз слева Scott's, и я на мостике, с которого показывал уже вид. Take elevator. It's just in the tunnel in front, and I'll go up to the city center. Сейчас возьму, поеду на лифте, который в туннеле находится на city center. So the elevator arrives here, above the lower part of the city. And we see a plane taking off. And just below you can see where I was walking, the lower part of the city. Thank you.
So basically, if you wanted to go on foot, you would go here, but you can see that it's quite hard going up, struggling with the bicycle. Можно было, вот откуда девушки идут с велосипедами, спуститься пешком, а не на лифте. Спуститься, подняться. In front you can see silhouette of a cat on the wall. Впереди кот из мозаики. So now I'm approaching city center and I think there will be really a lot of people. Сейчас я подхожу к центру города и думаю, будет очень много людей. And now I'm approaching the palace, Duke's palace. Сейчас я подхожу к дворцу графа. Нет, герцога. There are guards, but not now. Почему-то нет смены караула. So now it's 11:30. And restaurants are getting ready for lunch. Rush hour. People going to the city center to have lunch.
сейчас 11:30, рестораны готовятся к обеденному времени. Многие люди по выходным идут в центр города, в ресторан, кафе поесть. Now it is allowed to eat on terrace and also inside, and you make COVID test directly in the restaurant. Теперь можно есть на террасах в ресторанах, и можно есть внутри, тебе делают экспресс COVID тест, получаешь результат, если негативный, можно проследовать в ресторан. So here is city center, you see way more people. Теперь в центре, you know,